Привет, политик. Меня здесь задают вопрос интересный. В Караганде был арестован молодой человек Арман Хасенов. Я видел его видеообращение. В принципе, он ничего нового не сказал, он просто собрал то, что уже всем известно. Ну и сидя в машине, такой в экспрессивной форме, изложил свое отношение. Он сказал, что я не политик, не оппозиционер, никуда не призываю, но я выражаю свое отношение к этой власти, к Назарбаеву и все прочее. Ну, после его таких заявлений, которые были вперемешку с ненормативной лексикой, его арестовали. И вот, собственно, мне задают вопрос. Знаете ли, за что арестован Арман Хасенов в Караганде? Его обвиняют, что он сделал видеообращение, в котором оскорбил Елбасы, когда сказал, что между ним и Даригой был инцест. Но вообще интересная ситуация. Я думаю, что я сейчас обращаюсь к Дариге Назарбаевой, но и Кариму Масимову, главе Комитета национальной безопасности, есть такой известный эффект, эффект Барбары Стрейзанд. То есть, кто озвучил тему так называемого инцеста Дариги и Назарбаева? Ее родной сын. Айсултан, он находился в Лондоне. Он сказал, что его отцом является Нурсултан Назарбаев, а его матерью является Дарига Назарбаева. Ну, вы помните, в феврале сколько было по этому поводу шума, разговоров и все прочее. И он же дал прямое интервью нашим казахстанским средствам массовой информации. Кастагу, там еще кому-то там прямо говорил. И поэтому... Скажем, что между Даригой и Назарбаевым был инцест, и что он, по сути дела, является сыном Назарбаева, сказал Айсултан. Вот. Но сейчас Айсултан приносит тысячу извинений всем. Сегодня извинялся передо мной зачем-то. Мне, в принципе, эти извинения не нужны. Я их не ждал. Я ему помогал совершенно... Ну и, скажем так, соображение. Просто мне человека было жалко, что молодой человек, его преследует родная мать, уничтожает фактически. Загнали его в клинику, пытались его выкрасть. Он был обеспокоен, что его, он думал, что его убьют. И, конечно же, моя задача как политика была, ну, эту ситуацию показать, раскрыть, чтобы это публично было понятно, что дочь... Нурсултан Назарбаев, Ирина Пачерица, это, в общем, надо разбираться еще отдельно, ну, не имеет значения. Но то, что был инцест, связь между Даригой и Назарбаевым, сказал ее родной сын, Айсултан. А я это, как политик, безусловно, ситуацию раскрывал, показывал. И я думаю, что никаких обязательств у Айсултана передо мной нет, поэтому извиняться нет. Особых надежд каких-то я ни на что не возлагал. Так вот, он сегодня извинялся перед мной, перед Касым-Жомарт Токаевым. Вот, и, но что-то я не слышал, чтобы он извинялся перед Даригой, своей матерью и Нурсултаном Назарбаевым. Я не слышал опровержения сказанным им слов о том, что его отцом является Нурсултан Назарбаев. И вот эффект Барбара Стрейзен заключает в следующем. Ну, поговорили люди, повозмущались, сложилось уже мнение, кто у нас, то ли падчерица, то ли дочь Нурсултана Назарбаева, имеется в виду Дарига, наш председатель Сената, человек, который хочет стать президентом. Люди сделали выводы. И вот представьте себе, сделали выводы и забыли. Сейчас есть более важные вещи. И тут этот молодой человек, Арман Хасенов, просто излагает то, что широко известно. То, что озвучил сын Дариги Назарбаевой об инцесте. И его собираются посадить в тюрьму за оскорбление Назарбаева. За то, что он сказал, что между ними был инцест. Карим, Дарига. Тот самый момент как раз это и называется эффект Барбары Стрейзанд. Ну и я сразу скажу, конечно же, если вы хотите его наказать,
этот процесс он не будет закрытым, потому что мы опять вывалим все, что сказал Айсултан по поводу ваших отношений. И вы понимаете, что там не все прозвучало в эфире. Очень много она может еще раз прозвучать. И вот теперь вся страна уже, особенно сейчас на карантине, теперь будут, они сидят в интернете. Ну, вы же видите, сейчас огромное количество просмотров. Люди сидят в интернете. И теперь вот та часть, которая об этом не знала, будет знать все. Вот просто вся страна, 18 миллионов человек. То есть это называется эффект Барбары Стрейзен. То есть вы своими руками все это вверх поднимаете. То есть называется, стреляете пулеметом по своим ногам, рукам, чего хочешь. Поэтому я удивляюсь, насколько нужно быть тупыми, если вы хотели это замазать, скрыть. Привезли обратно Айсултана в Астану, он приносит тысячи извинений и все прочее. Но эти слова о том, что он является сыном Нурсултана Назарбаева, им сказаны лично. Публичное пространство. И все эти слова зафиксированы. Поэтому в чем вы хотите обвинить этого мальчика, Армана Хасенова? Что он отцитировал Айсултана Назарбаева? За это вы хотите посадить? В чем суть оскорбления? Тогда нужно основным свидетелем, который даст показания, пригласить, это я обращаюсь к адвокату Армана Хасенова, пригласить в суд Даригу Назарбаеву, Нурсултана Назарбаева. И главное, нужно пригласить Айсултана, который озвучил публично на весь мир. На весь мир, не то что там в кругу семейном, на весь мир. Поэтому у вас выбор. Вы его освобождаете лучше тихо и молчите в тряпочку. Если нет, ну извините, тогда вся страна это будет обсуждать, крутить, вертеть. И много что еще дополнительно вылезет, поверьте мне. Вот моя позиция по Арману Хасенову. Если они хотят, чтобы такой эффект был поражающий их самих лично, то они его могут, конечно, осудить. Но мы очень скоро придем к власти, мы его безусловно освободим. Безусловно. Алло, слышно? Да, слышно. Да там, в общем, всю жизнь страной мать рулила. Угу. И В общем, я оказывается, сын деда, он меня отцу отдал, ну, на воспитание. В смысле, ты не сын Рахата, в смысле, получается, что ли? Это хочешь сказать? Биологически, да. Но для меня он все равно папа. Ну, биологически, в смысле, Нурсултан твой отец, ты хочешь сказать, да? Да. Ну что, а что она от тебя хочет? Что она хочет тебя ликвидировать, да? Уже да. Ну я, она меня в угол как бы загнала. Ну, вот это мой единственный путь, как бы. Мне Бог сказал, что нужно поступать так. А Нурали тебе помогает как-то в этой ситуации? Нет. Он же сейчас в Лондоне? Не помогает. Не помогает, да? Но он же в Лондоне живет, да? Да, да. То есть он вообще не звонит тебе, вообще даже ничего, да? Да, да. И Аида тоже тебе не звонит, да? Да. А кто-нибудь из родственников тебе пытается помочь как-то решить проблему? Ну вот сейчас никто. Никто не знает мой номер телефона и никто не звонит. Они, в шоке пока. Они тебе финансы все перекрывают или нет? А? Ну, денежные вопросы тебе перекрывают, блокируют тебе? Уже перекрыли все. Все перекрыли. Перекрыли, да? Да. А что они тебя в России, это они тебя куда-то там отправили в лечебницу или куда тебя спрятали? Мать, я раньше где-то не любил, если честно сказать. Но когда приехал, вот,
ходил, крутился рядом. И в какой-то момент, ну, у меня любовь к нему проявилась. Такая, знаешь, отцовская, настоящая. И она это увидела. Mm-hmm. И начала... И, короче, она... И они... Ну, я отпавчики. То есть ей это не понравилось, что он стал к тебе внимание проявлять, да? А? Ей не понравилось, что он стал к тебе внимание проявлять, да? Дорогие, не понравилось, что он тебе внимание стал проявлять, да? Да, да, но она не знала, что насколько сильно я своего отца люблю. Не знала, что во мне это сорвется. Да, ну, так, что я подумал на него. А в чем у вас, я понимаю, у вас история длинная, все-таки, что она от тебя хочет, дорога? Моя задача забрать ее. Не понял, ее задача или твоя задача? Моя задача с ней разобраться просто, это раз иначе закончится уже. А, ну понятно. А она сама, что она хочет? Про что? Сама она хочет, что хочет? Договориться с тобой, помириться, ликвидировать тебя, что она хочет? Да ликвидироваться, где-нибудь сделают, кого-то передос, и я умер. Вот еще, вот что будет. В гостинице, где бы я не прятался. Поэтому я хочу, чтобы он как-то достучаться все-таки до президента, чтобы он мне позвонил и чтобы он мне привез к себе домой.